Здравствуй, уважаемый зритель. 13 сентября. Осень уже вступила в свои права. Ну вот, сегодня выдался неплохой денек. И мы, наверное, завершаем навигацию 21 года. Сегодня мы приехали на другое озеро в Челябинской области. Называется это озеро Ташкуль. Оно где-то раз в 10 меньше, чем Иткуль, но тоже по-своему интересно. Вот здесь вот ребята, коммерсанты, разводят форель. Вот они же осуществляют очистку, обустройство прилегающей территории. Ну и взимают чисто символическую плату, о которой даже и говорить не стоит, копейки сущие. Озеро красивое, называется Ташкуль, как я уже сказал. Ну и вроде в переводе означает каменное озеро. Вода очень чистая, очень прозрачная, глубины до 35 метров. Ну и как пишут, как сообщают, в любой точке озера можно видеть дно. Не знаю, выплывем на лодочке, посмотрим, так ли это. С утра светило солнышко. Сейчас немножко затянуло облаками. Ну, вроде как не холодно сегодня, порядка 13 градусов. Может быть, завтра будет и потеплее. Обещают вообще-то до 21 градуса. Здесь вот есть пару домов. И даже вот такой вот трехэтажный коттедж. Сейчас мы попьем чайку. Ехали около полутора часов от дома. И будем надувать лодку. Здесь мы без бензомотора. Взяли на всякий случай электрический мотор и весла. Говорят, здесь много щук. Есть форель, как я уже сказал. Ну и почти все другие уральские виды рыб. Люди умудряются ловить, а получится ли это у нас, пока неизвестно. Мы на Ташкуле. Мы на воде, в акватории, уже меняем второе место. Ни единой поклевки, ни на червя, ни на опарыша, ни на забортную удочку, ни на спиннинг. Я уже попробовал воблеры трех типов. Силикон попробовал, зеленоватый, и... Сейчас железо, блестящие колебалки перебираю. Хотелось бы, конечно, кого-то заловить, но впервые мы на этом озере, и поэтому не знаем, какие здесь, может быть, тайны, и как тут рыба, какие у нее повадки, и как ее здесь ловить, и в какое время. Время-то точно неблагоприятное, уже... Потихоньку к обеду время катится. Надо с утра в районе 8 утра. Ну, хотя бы одна-две поклевки-то должны быть на червяка. Ну и их нет. Ладно, будем любоваться природой. Абсолютная здесь тишина. Даже самолеты не летают. От аэропорта Кольцово и от Челябинского. Далеко, глушь, дачные места, очень тихое место. Воздух чистый, тепло и легкий-легкий ветерок. Но вы видите, что практически штиль, никакой волны. Будем ездить по кругу, искать место, хотя бы один-то хвост. Должны вытащить.